24 грудня в Одеській філармонії відбулося надзвичайне свято. Особлива різдвяна атмосфера очікувала на одеситів цього вечора. Видатний одеський піаніст Олексій Ботвінов втілив у життя свій давній задум та разом з іншими талановитими музикантами занурив слухачів у чарівний, магічний світ музики. За лічені хвилини до виходу на сцену він поділився з нами своїм настроєм. Вже передріздвяне настроєння і хотілося про праздновать это вместе вот с нашей публикой, таким действительно чем-то праздничным, рождественским таким концертом, ну вот скажем, в лучших европейских традициях, потому что там очень принято, люди собираются не только в оперу, не только на балет, но и на концерты в рождественское новогоднее время. И мне вот впервые я такое организовываю, и со всеми своими коллегами, в общем, в предвкушении уже есть прекрасное настроение, мы хотим поделиться с нашей замечательной публикой. Зал Одеської філармонії заповнився у лічені хвилини. Публіка у передчутті свята Різдва та музики з задоволенням очікувала виходу відомих музикантів. І ось перші дотики до клавіш фортепіано. І різдвяний концерт розпочався. Слухачі були в захопленні, а тим часом до Олексія Ботвінова приєдналися зірки нашої опери Наталія Павленко та Василій Добровольський. І разом виконали надзвичайно красиві ліричні твори та, звісно, були винагороджені бурхливими оваціями. Прекрасний вечір сьогодні. Прекрасная публика и прекрасный маэстро Ботвинов. Я имею удовольствие сегодня участвовать в этом концерте. Зал прекрасен. Я люблю, безусловно, филармонический зал, я люблю публику, которая всегда приходит на проекты наши совместные. Вот поэтому я получил колоссальное удовольствие. Прекрасный концерт, я была счастлива участвовать в нем. Атмосфера, настроение поистине какое-то уже рождественское, какое-то праздничное. Прекрасная музыка, настоящие хиты, настоящие шлягеры, классики. Великое счастье в таких концертах участвовать. Справжнім сюрпризом для одеської публіки став виступ віртуозного скрипаля та композитора із Канади Станіслава Проніна, який вже давав концерти в Одесі та полюбився нашій публіці. Разом з Олексієм Ботвіновим він виконав твори Пабло Сарасате, П'яццоли та Масне. Настроение публики, мне кажется, к Рождеству становится еще более, ну и так хорошая публика здесь, но это еще более такое доброжелательное, наверное. Это мой первый раз, что я играю с Алексеем Ботвиновым. Я очень благодарен за приглашение. То есть мне кажется, это замечательная идея, такой классический концерт из таких хитов классической музыки. Мне кажется, что всем очень нравится. Я уверен, что это будет продолжаться и повторяться, и это очень хорошая мысль. Захоплена публіка дарувала улюбленим музикантам щирі оплески та викликала на біс. А після концерту одесити із задоволенням ділилися своїми емоціями. Це завжди событие в нашому місті. Ботвінов, Пронін. Наши солисты оперного театра – это изюминка города, это уровень. Для меня сегодня вообще удивительный вечер, потому что у меня включаются совсем другие чувства, совсем другие ощущения. Я, наверное, повторюсь, но для меня это вот реальное рождественское волшебство. Это всегда замечательное зрелище. Я бы даже сказал, не совсем применительно вот к классической музыке. Это действительно шоу, это концерт, который создает атмосферу праздника. В данном случае вот, создает атмосферу Рождества и Нового года. Невероятное ощущение праздника, состояние такого сказочного волшебства и подобран великолепный репертуар, исполнение, и все звучит настолько торжественно. Огромная благодарность и организаторам, и участникам, потому что настоящий праздник. Потрясающие исполнители, потрясающая музыка, и в канун Рождества эти теплые эмоции –
Это такое вознесенное настроение, это очень здорово, я очень благодарна организаторам этого концерта, Алексею Ботвинову, солистам. Это потрясающе, это прекрасно, и большое им спасибо за это. Тож будемо сподіватися, що такий задум Олексія Ботвінова буде жити, і кожного року різдвяний концерт буде розпочинати цей святковий новорічний період для одеситів.